Однажды меня положили в больницу вместе с мамой. Чтобы мне было в больнице вкусно, мне мама купила книгу. Пекарю колючку, ой, для колпаков, как пекарю колючку спасла цветочную полянку. Однажды у феечек случилась беда. К ним люди присвили цветочную полянку, и рвали цветы. Ну, фея колючка, я думаю, не смог как погнать цветок на полянке людей. Фея колючка победила, но книжки про фея колючку Ольги Колпаковой очень интересные картинки. А некоторые мы даже с мамой срисовали. Вот это главное для Алины, фея колючка. А это Федька Дендон. Лучшая подружка колючки с маковкой. А это сама маковка. Я сама рисовала радугу, и небо, и корзинку. Ночью я слепила вот таких феечек. Вот это маковка. Наверное, похоже, но крылья у нее другие. Просто мне понравился голубой. А это, конечно, за колючка. Только у нее обычно крылышко сгибается. Но это... А это кукушкины звёздки. Она вся розовая, но я забыла и крылышки сделать. Хотите узнать, как фея колючка спасла цветочную полянку? Прочитайте книжку Ольги Колпаковой, как фея колючка спасла цветочную полянку.